Ну вот, привет всем. Продолжаю показывать узор на шарфик и рассказывать по ходу. Так вот, 2 изнаночные, лицевые до накидов, накида. Накид провязываем, делаем накид, лицевые, последние 2 вместе с наклоном вправо, раппорт узора идет 2 изнаночные в начале, вот 2 изнаночные, накид, 10 лицевых, 11, 12 вместе с наклоном влево. Накид провязываем, делаем. После накида провязанного делаем накид обязательно. Потому что в конце будем 2 вместе с наклоном вправо. До накида лицевые, после накида лицевые. Так, неправильно сделала, извиняюсь. Девочки, мальчики, последние 2 вместе. Вот этот узор на круговых хорошо вязать. Раппорт зависит от вашего желания. Можете сделать меньше. Не 12 петель, как я сделала в начале, а 10, можно 8 сделать. 8 сделаете, он помельче будет. Изнаночный ряд вяжем по рисунку. Лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными, накиды лицевые изнаночными. Тут у нас лицевых по изнанке 2 штучки идет в раппорте. Ниточка такая интересная, цепляется. Но в полотне смотрится хорошо. Носочки ребятишкам таким раппортом можно вязать, рукавицы тоже, ну, рукавички вязать петельку, накид надо делать петлей, не воздушной, а петлей, чтобы дырочек не было. Этот узор хорош для начинающих, потому что тут не запутаешься. Очень легкий узор. Мужской свитер можно также вязать. Только раппорт сделать не 12, а так
14-16. И накиды тоже делать петельками. Смотреться совсем по-другому будет. Этот узор крутится, он на билетках здорово смотрится. Так, две изнаночных. Лицевые до накида вяжем. Делаем накид. И лицевые до последних двух петель. Последние две петельки вместе с наклоном вправо. Опять две изнаночные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Накид. Раз. Ага, уже три и две последние вместе. Две изнаночные. И так вяжем до последней петельки узора. Пока на спице в узоре не останется накид, последняя петля. Раппорт будем повторять. Вяжу медленно. Что будет непонятно, спросите, отвечу. Что нам осталось уже? 6 рядов, на вроде, до конца раппорта. Так, в изнаночном ряду все петли изнаночные, кроме двух лицевых для оттенки узора, рисунка. Можно две изнаночные эти не делать, провязывать их в лицевом ряду лицевыми. Тоже узор будет совсем по-другому смотреться. Ну, начинающим лучше эти две изнаночные делать, потому что, чтобы не путались, чтобы не ошибались. Спицы я взяла побольше размер, чтобы шарф был поажурнее, порыхлее, потому что это на весну, не для тепла.
красоты, для наряда. Кисти можно сделать подлиннее. Можно без кистей, просто крючком отделочку сделать. Накид провязываем, делаем накид, остальные лицевые, две последние вместе с наклоном вправо, и начинается по новой узор. Это у меня тут получилось 1, 2, 3, я 4 рапорта сделала на шарфик, на мой шарфик достаточно. Он свяжется, постирается, отпарится. Ширина будет хорошая. Ширина будет. Он не узкий, не широкий. Вот так, такой будет шарфик. Такой вот. Потом выпрямится, потому что он крутится. Узор, кажется, как-то в бок идет. Но мне даже нравится. Провязываем, делаем новый накид, лицевые, две последних вместе лицевой с наклоном вправо и так далее. На изнаночной тоже красиво смотрится узор. Получается как волнами, гребешочками такими. Девочкам топики можно вязать. Но ошибиться тут трудно в этом узоре. Если только забудете накид сделать, ничего страшного, он в лицевом потом поднимается спокойно. Я колготочки на девочку вязала этим узором. Он такой интересный получается, крутится на ноге. Сейчас ребятишкам нравится все необычное. Надеюсь, конечно, что видно будет хорошо. Урок мой.
стараюсь помедленнее вязать. Видно было, где лицевые, где изнаночные, где накиды. Можно их даже просчитать. Накид провязываю и новый накид делаю. В конце две вместе с наклоном вправо. Даже видно, что дорожка из воздушных петелек наклоняется влево. А две вместе. Так вот, видите, как он идет. Вот сейчас еще свяжем два ряда, и раппорт пойдет сначала.
В первом рапорте тоже у меня где-то петлю лишнюю взяла, потому что здесь вот накиды последняя лицевая. Сейчас что-нибудь придумаем. Ну вот, а говорю, ошибиться невозможно. Да, тут тоже, как я и говорила, как должно быть. Вот и в четвертом, как положено. Ну, это исправить несложно. Я вам покажу, как. Может, и у вас так получится. Не дай бог, конечно, лучше не ошибаться. Вот раппорт подошел к концу. Изнаночный ряд изнаночными. Лицевыми. У нас их по две петельки в рапорте. Накиды тоже изнаночными. У нас так на улице тихо, спокойно, только где-то пила гудит. Тут дровишки пилит. Погода сегодня с утра ясная была. Ночью мороз еще был. А днем уже последние лужи высыхают. У нас почва песок. Грязи, ничего нет, хорошо так на улице. Рассада на подоконниках уже в теплицу просится, но холодно ночами. Сибирь есть Сибирь. Утром уже птички поют. Скорее бы уже деревья распускаться начали. Ну вот, девочки, сейчас еще вот покажу, как он дальше идет. Вот идет две изнаночных. Это у нас начало рапорта узора. Накид. Вяжем все лицевые. Вот сколько вы выберете рапорт. 8, 10, 12, 14 петель. Только лицевыми вяжете до последних двух. Так. Вот так вот я исправлю. Потому что я должна накид провязать вместе с лицевой. Опять. Две изнаночные. Начало узора накид. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Две вместе лицевых. Это получается у нас 10-11.
вместе опять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Это у нас рапорт. И две последние. Две вместе лицевое с наклоном. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ну, там 10 лицевых, один накид, 2 изнаночные. Ну, если будете внимательно смотреть, оно все понятно будет. Так вот. Тут все по рисунку.